период с 12 по 21 апреля 2023 года в Казахстанско-Американском свободном университете прошел 13-й форум молодых ученых «Современные научные направления. От прикладных исследований до инноваций». Форум открылся 12 апреля пленарной сессией, которая стала площадкой для обмена научными идеями и достижениями между молодыми учеными КАСУ. В рамках форума были представлены и обсуждены обучающимися университета актуальные научные исследования в различных областях, включая образование, журналистику, психологию, социологию, экономику, изучение языков, вопросы юриспруденции. 13 апреля состоялись секционные заседания участников форума, на которых обучающиеся КАСУ, колледжи и вузов ближнего и дальнего зарубежья обсудили вопросы филологии, журналистики, педагогики и психологии, международных отношений, истории и вопросов юриспруденции, вопросов иностранных языков и практики перевода, финансов, менеджмента, развития туризма и информатики. 14 апреля 2023 года в КАСУ отметили 200-летие со дня рождения одного из величайших русских драматургов – Александра Николаевича Островского. Участники литературной гостиной представили сценические постановки по произведениям Островского «Бесприданница» и «Гроза». Всего в мероприятии приняли участие 7 творческих групп из школ города Усть-Каменогорска и творческая группа студентов КАСУ, образовательных программ «Русский язык и литература» и «Журналистика». 17 апреля 2023 года в Казахстанско-Американском свободном университете был проведен научно-методический семинар, где участники и докторанты КАСУ поделились опытом работы над своими темами диссертаций. Спикеры имели возможность рассказать о своих личных испытаниях и вызовах, с которыми они столкнулись при написании научной работы, а также о том, как они их преодолевают. 18 апреля 2023 года состоялся круглый стол на тему «Мотивация обучающихся к научно-исследовательской деятельности», в которой приняли участие иностранные профессора, заведующие кафедрами, деканы, проректора, профессорско-преподавательский состав, руководители по научным работам студентов, магистрантов, докторантов. Приглашенные участники поделились историей своего научного пути и опытом мотивации обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Участники встречи обсудили вопросы начала научной деятельности, вовлечения и повышения интереса к работе в этой области, мотивации. 19 апреля состоялся семинар «Возможности обучения в Германии». 20 апреля 2023 года в рамках форума состоялась информационная сессия по двудипломному образованию Double Degree Program Presentation. В рамках сессии была проведена презентация уникальной международной образовательной программы Management with Computer Science на уровне магистратуры совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук и высшими учебными заведениями Армении, Кыргызстана и Грузии. Своеобразным итогом форума молодых ученых КАСУ стал семинар «Brian Friendly Activities for the English Classroom», который провели для учителей английского языка школ города Усть-Каменогорска.